В СВФУ состоялось торжественное открытие IT-галереи имени члена-корреспондента Российской академии наук Василия Васильевича Филиппова. Она состоит из лабораторий, оснащенных по последнему слову техники. Вклад Василия Филиппова отметили ректор СВФУ Анатолий Николаев и первый заместитель председателя правительства Дмитрий Садовников. Открытие стало возможным благодаря национальному проекту «Наука и университета», объявленного Владимиром Путиным на период с 2021 по 2023 год. Он был ректором Якутского государственного университета, по сути, ставшего Северо-Восточным федеральным университетом. И университет самом объявлен год истории. И надо признать, что сегодня совмещены, можно сказать, все эти события. И сегодня вот то, что открыта IT-галерея, говорит о том, что университет идет в ногу со временем, вызовом времени.